мамины. Все мамины сегодня, мамины. Мамины, мамины. Писи, даже когда у мамы нету ничего. А что такое? Что это такое? Кто это? Мама нянчила кого-то, да? Допрос с пристрастием. Допрос с пристрастием. Мое щелнышко мое. Носатенькое мое. Мое носатенькое. Жужука. Привет, кошечка. Привет, мои солнышки. Мои зайчики. Мамины все. Зорик. Ой, Тихон, зайка, привет. Андрюха вон он. Че, в дырочки будем играть? А? Стечуник. Че, мои солнышки. Сегодня такая солнечная погода, все активничают. Кто-то маме кусок кожи оторвал. Ай. Фу. Я знаю, кто это. Это Майя. Ой, господи, глазеньки мои. На моклом месте вечно устича. Глазки-пуговки. Дай мама вытолит глазку. Утек. Забодай меня, пчела. Знаете, Лаки, он тут почти вообще лысый. Конечно, есть у него тут волосинки. А тут, гляньте, какой он лохматый. Чудо-кот наш. Да что, моя жужунечка? Давай, мама тебя почухает. Почухает тебя, мама, почухает. Почухает. Почухает моя щелнышко, моя холосечка. Моя девочка. Сейчас ветеринара ждем. Лакости зубы будем чистить. У него там уже стоматит скоро будет. Или уже... Да, Зорзик. Зорзик мамин. Мамин Зорзик. И мамин Андрюшка. Вот он, Андрюшка. У Андрюшки, видите, пальчика нету, одного ноготочка нету. У моего зайчика нету ноготочка. А, я с Майей игралась активно. Они вообще нюхают то, что запах другого енота. Запах другого енота. Маму на запчасти сказал, разберем сейчас. Разберем маму на запчасти. Разберем. Мои котятки. Сич, да ты слишком с пристрастием меня нюхаешь. Тихоненыш. Ау, гляньте, что делает. Больно, Сич. Сич, отпусти пальчик. Спасибо. Я тебе не отдам свой пальчик. Иди, мой сладкий, ко мне. Что, Жужуня? Жужуня. Ты моя, чепутю-кутю, я сидела бы с вами тут целыми днями, бы сидела, нифига бы не делала. Да? Не делала бы ничего. Вообще бы ничего не делала. Скажи, мать, ты как посмела кого-то нянчить? Да она сегодня сама не своя. Ай, больно палец. Тихон. Любит зрать, а зрать любит Тихона. Нося. Моя, ай, что такое, стой, ну иди на ручки, ну заходи же, мой Андрюшка, мой любимый мальчик, самый любимый мальчик, самый-самый, потому что ты самый любименький, да, самый любименький. Что, может, вкусняшку принести? Какие-нибудь погрызушки. Ушки-погрызушки какие-нибудь. Эй, иди сюда, бандитас. О, боже мой, кто это? Кто за это? Вы не знаете? А мы знаем, скажи. Это наш зайчишка. Зайчишка. А где вот твой кусочек уха? Или он у тебя так и был? Зай. Спокойно. Ага. Как все Майю учуяли, а? Учуяли все Майю. Лаки лишь бы обтереться об кого-нибудь. Зайка, злая женщина, скажи, мне все равно. Ну и морда у тебя. Чему еще, солнышко? Чему котеночек, зайчишка мамин любимый? Мамин. Да, любимый зайка. Зайка. Да? Тима, красавчик мой.
Ой, здрасте. А что вы там, спать пошли уже, Жужу? Вы уже пошли спать? Тут царь Илюнтий мой. Мой дорогой царь. Царёчек. Этот уже тут, гляньте, на лаке. Уже он здесь. Уже он туточки. Стич, вы лучшие друганы с зайкой, да? Стичонок. Ой, ой, че мой милый ты мой, да? Че милый? Вначале они так с зайкой ругались, а сейчас они друганы с ним. Ух ты, Жужу, блин, я прозевала, как ты туда забралась. Нифига себе. Что, жарко уже? Жужу, ну у тебя самая огромная шуба, конечно, жарко. А сама полезла наверх, там же солнышко припекает. Жунечка. Опачки, кто это тут подглядывает? Царек, царек мамин, царек. Мамин царь. Да господи, боже мой, Лаки. Меня там разбирают потихоньку. Ты что, мой царь, государь? Что, мой сладенький? Знаете, мои хороски, вы сегодня хороски такие все. Да блин, Лаки, больно же мне. Да и тебя поглажу, и тебя поглажу, поглажу. Давай, пошел. Скорее, бегом. Знаете, злая женщина ножку одну подняла опять. Подняла. Вот так. Вдвоем крутят, один бежит, вдвоем крутят. Ой, давай, Зорик. Да, Стиченька.